Эй, шеф-повар, приготовь мне кота на ужин. Эй, ты чего? Совсем дурачок, что ли? Какой кот на ужин? Это же робот, он может съесть все, что есть на свете. И нашу даже планету. Куда, котейка, ты куда побежал-то? Эй, куда? Ловите его! И что тут делать-то? Всем привет, друзья, с вами Амик, и сегодня мы поможем нашему котенку выжить в этом прекрасном мире. Наш котенок очень-очень маленький на данную секунду, и он ищет себе пропитание, потому что он малюсенький, даже крыса больше него. Ему нужно выжить, и выжить нужно так, чтобы очень-очень быстро все съесть на свете. Ну и, конечно же, хотелось бы вырасти до таких размеров, чтобы съесть целую планету. Это вообще возможно? Да, я вам отвечу, это возможно, поверьте мне. Потому что наш кот может стать мега-мега огромедным. И многие охотятся на этого кота, потому что он может съесть и их планету. Хорошо, что я успел сбежать, и сейчас я уже чувствую, могу себе увеличить вес настолько, что потом уничтожить всех. Так, ну-ка, эй, котейка, иди-ка сюда, ну-ка сейчас мы еще, вернее, тараканов тут нужно есть в больших количествах, тут везде крысы, и они очень опасные, потому что они нас пытаются съесть. Так, котейка, давай, это тоже, слушай, а это что за зеленые такие таблетки, это походу дело какой-то яд или что-то еще, видимо здесь везде эти таблетки разбросаны, чтобы уничтожать вот этих вот, ай, не крыс, а именно тараканов. Мы походу дело уже так себе проходим этот уровень, потому что здесь много таблеток, и постоянно крысы бегают и нас пытаются укусить. Но скоро-то мы их точно поймаем, съедим и уничтожим. Где крыса-то? Хорошо, мы ее съели. Теперь наш крыса нас увеличивает. Ой, нож, ничего себе, вот тут я понимаю. Вот это уже серьезно дело обстоит. Главное не трогать ножи, а то они нас могут немножечко поранить. Надо быть осторожным. Да что это такое-то? Скорость просто очень высокая, я даже не успеваю среагировать. Так, крысы со всех сторон. Ну-ка, сейчас попробуем. Ой, тихо. Нужно найти любую крысу. Главное, чтобы она была поменьше. Или побольше уже, наоборот. Нужно действительно уже больших крыс искать, чтобы побыстрее. Ой. Так, нужно потихонечку. Тут еще одна. О, смотрите их, как тут много. Сейчас мы быстренько прокачаемся. Наша главная задача, по идее, просто на лезвие не нацепиться. Ай, вот и нацепились. Отлично, ну теперь мы и ножи можем есть. Вот это да, вот это я понимаю, котейка. Так, а где тут все? Ой, это, кстати, вкусненькие. Так, и батон можно съесть. Ну-ка, давай-ка мы и батон сейчас съедим. Так, шеф Кнайт называется, ничего себе, на английском языке. Так, а это кто такой тут ползает? Я тебя сейчас тоже съем. Так, надо котейке быстрее становиться большим размером, чтобы съесть тут все на свете. Ну-ка. Давай, зачищаем тут все на свете. Так, бутылки тоже и поедаем. Так, отличненько. Как вкусненько, очень вкусненько мне. Но нет, бутылочки, конечно, не очень вкусные, честно говоря, я не знаю почему, но это, скорее всего, видите, котейка-то роботом, оказывается, стал. Ну, вернее, не стал, а был роботом, а я всегда думал, то, что именно в тесте Planet эта котейка, это настоящая котейка. Оказывается, это робот. Да, вот так вот, механический робот, который уничтожает все на свете. Ему нужно просто есть. Ну, у него такая программа. Поедание всего, даже людей. Ха-ха, ничего себе, действительно, даже официантов съел. Вот это да. Эй, зачем официантов-то есть? Они же хорошие, добрые были люди. Носили, работали, денежки зарабатывали. А тут их бах и съели. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. О, дяденька, а можно ваш стул съесть? Я очень голоден, а вы такой вкусный. О, да, походу дело. А это не дяденька, это оказывается тетенька. Ха, мы тетеньку съели. Так, тут тоже... Так, немножко зависаем. Отлично, так, тетенька, дяденька, тетенька, вас не понять. Ну, вроде как мы прошли. И хотя бы на 2 звезды. Да, мы с вами прошли неплохо, даже на 2 звезды. Я думаю, мы очень плохо пройдем этот уровень, потому что он очень долгий, но вроде как прошли неплохо. Ладно, идем дальше. Теперь-то нам мы вышли на улицу. О, пудели, смотрите, мы кушаем пудели. Пока что их нужно в больших количествах есть. Ну-ка, давай. Собирай.
людей главное пока не нужно трогать, а людей мы потом съедим. Сейчас трогать людей бесполезно, потому что они вообще пинают меня. Ой, как я не люблю их. Они так, ну они не любят животных. Ну вот что поделать, теперь-то я буду мстить им. Просто направо-налево буду мстить им. Мстя моя будет вечной помощью им, потому что я их съем. Так, ну что ж, у меня уже по ходу дела вырос огромный живот, и за счет этого живота мы с вами можем уничтожить скоро всю планету. Так. Пудель. Ам. Кстати, странно, да? Обычно коты не очень любят пуделей, ну, собак вообще. А тут прям собак поедает самостоятельно. Это очень странно, но удивительно, но вероятно, но факт. Так, давай-ка мы сейчас вот тут вот. Оп, еще одного человека снимем. О, велосипедисты! Давай-ка мы съедим велосипедистов. Сейчас мы с вами будем по кругу их просто-напросто питаться ими. Опачки, ну-ка иди-ка сюда, Тут нужно, знаете, вот найти вот это местечко, откуда они выходят. То есть вот так вот. Опа, идем сначала по одной линии дороги, потом по другой. И начинаем так поедать всех на своем пути. Так, иди-ка сюда, ты куда это пошел? Так, еще одного съесть нужно было. Тут овчарки снова, ну вернее пуделя. Так. Опа, куда это поехал? В огород, что ли, поехал? О, теперь мы можем деревья есть, неплохо. Давно я не ел деревья, сейчас они очень вкусные. Ладно, давайте все съедим на своем пути, осталось вообще немного. Да, вот, все, наконец-то. Мы, надеюсь, на 3 звездочки-то хоть справимся. Ну, нет, не справились. Тут все-таки на 10 тысяч опыта, но у нас только не хватило, оказывается. Ну что же, идем на 3 уровень, и там-то мы всем покажем. Ну и мы снова в столовой, или где это? А нет, мы снова на кухне. Видимо, коту стало мало вареников. Он захотел еще больше еды. И смотрите, уже бутылки поедает. Вот это профессиональный поедание бутылок. Ну вы где-нибудь, кстати, я в цирке видел, что кто-то ел стекло. Но вы даже это не смеете проверять, потому что, друзья, это было не стекло, оказывается. Потом он показал, что это шоколадка. Да, шоколадное стекло я такое где-то видел. Где-то в каком-то магазине фокусов. Такое действительно существует. Ну, я не знаю, там съедобное какое-то стекло, возможно, такое есть. Но мы не забываем, да, все-таки это робот-котейка, и он пожирает все на своем пути. Ням-ням-ням-ням-ням, ой, вкусные какие бутылочки. Ну-ка, сейчас мы тут все съедим, и сейчас мы, по ходу дела, будем не только эти бутылочки поедать, но нам придется и вот этих вот больших людишек. Так, это кто у нас тут? А, тет-тет-тет-тет. О, там даже девочки есть. Слышали, да, кто-то так запищал, как девочки? А, ну, значит, официантов нужно всех съесть. Опачки, здравствуйте. Ничего себе, он, смотрите, какой огромный уже кот. Ой-ой-ой, он уже больше похож, знаете, на кого? Он больше похож уже на крысу сам, а не на кота. Так, ну в скором времени я, по ходу дела, знаю, что мы будем делать. Мы будем есть вот эти вот большие столы. Может быть, что-то еще будем есть. Ну-ка, давай. Ать, нужно все тут поедать. Ну, столы хочется. Во, наконец-то, мы можем уже столы поедать, отлично, нам уже хватает возможности есть столы. Так, чуть-чуть осталось, нам нужно, я как понимаю, нужно еще табуретки поесть. Внизу есть еще 100% эти табуреты везде. Да, отлично. Пробегаем. И начинаем поедать все стулья, столы. Что вообще видим? О, вот это круто! Вот это я понимаю. Вот это просто шикарно. Просто все на своем пути можно съесть. Мы сейчас очистим эту кухню. Она будет просто пустющая. Конечно, там в свое время кто-то покупал эту всю мебель, но теперь придется съесть. Да, отлично. Надеюсь, тут-то мы точно справились на все 4 звезды. Но нет, на одну звезду всего лишь справились. Вот это да. Так, ну что же, на улицу мы снова выходим. И, по ходу дела, нам не хватает стекла. Нам нужно срочно выйти на улицу и поедать. Уже мы сразу людей начинаем. Никаких пуделей, сразу людей. Вот это да, вот это удивление у меня, если честно. Потому что я думал, что мы снова будем сейчас собак есть. А мы же коты, мы же любим собак кушать. Так ведь?
каждый день на обед съедаем по парочку собачек. Ага, конечно. Так, ну что, велосипедисты идут у нас тоже на стол, на наш... Все-таки поесть действительно требуется. Так, ну что же, тут нужно, я думаю, еще велосипедистов немножко съесть. Тут уже новые вещи есть, которые можно поедать. И это какие-то, как я понимаю... слушай, это знаешь что? Это светильники, да? Это свет дает, вернее, не светильники, а фонари. Во, фонари, точно. Так, нам нужно срочно перебежать через дорогу, чтобы съесть еще один фонарь. Но, по ходу дела, нам это уже делать не нужно, потому что мы на этой стороне, в принципе, все съели. Так, велосипедист где еще? Вот, отлично. Вот, я понимаю. И на следующей стороне мы тоже все съедаем. Тут намного больше всего, так что мы можем очень быстро со всем с этим справиться. И начинаем просто поедать все на свете. Туда и сюда и бегать. Все съедать. Главное, деревья в скором времени не начать есть. Хотя и деревья мы тоже начнем есть. Какая же прикольная игра все-таки. Кстати, кто в эту игру играл, обязательно ставьте лайк, если хотите продолжение. В принципе, я хочу в нее поиграть максимально много. Мне эта игра очень сильно нравится. Ну и напишите в комментариях, до какого уровня вы уже дошли. До какого не уровня даже, а до какой стороны. Там же разные, за разных животных можно играть. И за какого вы животного уже играете. Так, естественно, я хочу пройти все уровни на 3 звезды. Так что пока что это такая, знаете, разминка. Давно я просто не играл в Tasty Planet. Очень-очень-очень давно. Так, это что, так машины ездят с таким звуком? Да, действительно, мне показалось, что у меня что-то шумит, но оказывается, это машины с таким звуком ездят. Это очень странный звук. Так, вроде как тут все можно съесть. Так, ну-ка, машины. О, наконец-то, смотрите, какой я уже огромный. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Слушайте, а в скором времени, скорее всего, какие-нибудь тут танки появятся, либо не танки, но какие-нибудь там, не знаю, самолеты, вертолеты, чтобы люди же будут как-то защищаться от такого огромного кота. Все-таки нужно всю свою военную часть, так скажем, на кота направить и тоже отбиваться. Да, нужно будет им 100% это делать, но пока что кот съедает все на свете без каких-либо проблем. Да, ничего себе, я столько очков получил. Ну что ж, неплохо мы сегодня с вами поиграли. И как вам игра вообще, друзья? Пишите в комментариях, стоит ли продолжать дальше. Ставьте обязательно лайк. Как только наберем 150 лайков, я сделаю продолжение. Ну а мы увидимся уже в скором времени. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока. Удачки!